Я тоже человек уже практически на пенсии, и сидеть вот в этом доме, козырек упал, упал, никто козырек делать вот ничего это? Не будет, да. Потому что, ну понимаете, его нет, его просто по бумагам нет. У нас прорвало трубу месяца два назад, у меня здесь приехали сантехники, они мне в глаза сказали, вашего дома нет. И что теперь они мне предлагают? Опять сидеть? Вот поэтому я уже к вам обратилась. А ТО, допустим, капремонт, вы эти платежи платите или нет? Я плачу техническое обслуживание дома. Но только здесь никто ничего не делает, мы полы моем сами. Не, ну бывает, конечно, случаи, просто я сама работаю дворником у вот Зеляева. И если мне что-то надо, он делает. Но практически вот так здесь ничего не происходит.